Где здесь гидрант? Где? Вот здесь. Там гидрант нет. Найти гидрант на заснеженной улице не так-то просто. Указать его место расположения должны специальные пикеты. Расчищать территорию вокруг гидрантов, следить за их исправностью должны сотрудники службы водоснабжения УЖКХ. И гидранты проверять, колонки проверять, колодцы чистить, не намывать там грязь, все вычищать. Ремонтировать. При поступлении сообщения о пожаре сразу начинается разведка пожара и разведка водоисточников. То есть диспетчер по карте смотрит, где какие ближайшие гидранты, которые исправны по справочнику водоисточников, какие неисправны. И это все по рации передается командиру отделения. Уследить за гидрантами, которых в Верхнесалдинском городском округе 304, службе из 10 человек физически невозможно. Однако наличие гидрантов и их исправность еще не гарантируют быстрое тушение пожара в частном секторе. Плотность застройки, отсутствие противопожарных разрывов между домами – вот причины быстрого распространения огня в частном секторе. Чтобы огонь не перекинулся на ближайшие дома, нужны водоисточники. И здесь возникает проблема с водоисточниками. Они или не расчищены, или заморожены, или вот как в этом районе есть водопроводы тупиковые диаметром 100 мм, у него очень низкая водоотдача. Бывают проблемы, не могут поднять нам на давление в водопроводе в связи с изношенностью самого водопровода. Если давление поднять, получается разрывы, аварийные ситуации у них получаются. А если мало напора в водопроводе, мы не можем достаточное количество воды из него отобрать для целей пожаротушения. И у нас встает проблема, мы не можем обеспечить требуемый расход воды на пожаротушение. А если мы не можем обеспечить требуемый расход, то мы своевременную локализацию и ликвидацию пожара тоже не можем обеспечить. В районе Малого мыса есть и пожарные гидранты, и даже пруд. Правда, забрать водичку из него сразу не получится. У нас здесь вот на берегу получается, что невозможно для целей пожаротушения забрать водичку в пожарной охране, потому что нет оборудованных подъездов, нет прорубей. Летом еще где-то можем по переулкам подъехать, забрать, а зимой вообще невозможно. Нам не воспользоваться прудом для забора воды. Нет гидрантов и в районе школы номер 9, впрочем, как и пирса у пруда. Во-первых, у нас на такие объекты предусмотрен автоматом второй номер. Это максимальный номер, то есть максимальное количество пожарных отделений сразу направляется диспетчером на такие объекты. Сколько? Минимум 8 основных пожарных автомобилей. Основные пожарные автомобили – это автоцистерны. В этом году на обеспечение пожарной безопасности Думой Верхнесалдинского городского округа выделено около 2 миллионов рублей. Средства пойдут как на обустройство пирсов, так и замену пожарных гидрантов. Однако быть внимательными к гидрантам, установленным в частном секторе, стоит и салдинцам, которые в первую очередь должны быть заинтересованы в скорейшем тушении пожара своих домов. Но будем надеяться, что количество выездов пожарных расчетов на борьбу с огнем в 2016 году будет минимальным.